А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Foxy in Box. Это канал девушки с очень очаровательным голосом. Здесь вы сможете найти различные похождения в мире Лего, прохождение других игр и многое другое. Ссылочка на нее в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon. И это вроде 11-я серия по счету, если я не забыл считать. И я не знаю, заметили ли вы, ребята, свершилось. Наконец-то я записываю видео днем, а не в 3 часа ночи. Я не знаю почему, я просто-напросто вчера заснул, прям ляг на кровати, прям вырубился сразу. Поэтому я даже вчера не успел записать видео Пиксельмона. А поэтому сегодня оно так вышло поздно, потому что я сейчас утром сижу, записываю как можно быстрее, чтобы как можно быстрее его отмонтировать и как можно быстрее отправить путешествие к вам. Поэтому, ребят, я извиняюсь, если оно так поздно сегодня вышло. Где наша кровать? Где наша кровать? А то я опять забыл. Так, дайте-ка я секундочку камеру немного поправлю вот сюда. А то у меня танцующая камера сначала тут стоит, потом на следующем видео там. И когда хочет туда... И так, сейчас, и туда и станет. Давайте вот сюда и вот сюда поставим факелы. Нормально. Что мы будем творить в этой серии? В этой серии, во-первых, я хочу сделать плавильню, потому что в предыдущей серии мы не успели ее сделать. Это кто у нас тут по полу пробежался? Для того, чтобы, ну, когда у нас вот есть такие ресурсы, как еда, например, как еще еда, например, которую я уже поставил жариться в печку. Чтобы каждый раз просто-напросто не запихивать в печку, вынимать, запихивать в печку, вынимать, запихивать в печку, вынимать, я сделаю плавильню. Мне кажется, это будет действительно круто, потому что меньше времени мы угробим, и это будет намного... Вашу мать! И это будет намного удобней. Ну, хорошо, что я тут сохранил второй. В нашем стареньком доме, в Покецентре, хорошо, что я там сохранил второй компьютер. Потому что первый мы только что прокакали. Так, это давайте вот сюда поставим. Плавильня. Где у нас будет плавильня? Тут 1-2, тут 1-2, тут 1-2. Наверное, все-таки она у нас будет вот тут. Ребята, я не знаю, займет ли это много времени, но я постараюсь сделать так, чтобы все-таки не заняло. Потому что все же иногда и на серию, и на камеру нужно что-то делать. Не только же я буду все строить вне камеры, да, там дома и магазины, потому что у нас потом НПСы будут и все остальное. О, не зря я тут сохранил вот эти сундучки. Поэтому, ребята, мне кажется, это реально будет круто, если мы хотя бы иногда будем будем делать больше разнообразия. И будем... Так, это пускай будет тут. И будем больше творить всего другого на видео. Так, поднимись, вот эта фиготень. Нам нужно железо, а железо у нас только одно сейчас в инвентаре. Поэтому давайте мы быстренько сбегаем наверх и быстренько возьмем еще столько, сколько нам нужно железа в наших глючных сундучках, которые только смотрят в эту сторону. Прям вот, я не знаю, ну вот, только туда они смотрят, ни сюда, ни туда, я не знаю, это какие-то забаганные сундучки или просто-напросто им нравится в ту сторону смотреть. Я не знаю. Вот смотрите, сколько у нас тут еще железа есть. А сейчас мы сделаем. Так, давайте сначала вот тут заберем. А сейчас мы сделаем плавильню. Это все будет очень быстренько жариться. Ух ты, у нас там два... А у меня включен, да, включен. У нас там вообще два стака картофана лежит. Это очень круто. Вот смотрите, еще и рыбки сколько у нас. Замечательно. Дальше. Пока я не забыл, что я хотел. Там вроде сундучки нужны, да? Там вроде сундучки нужны для вот этой воронки, да? Как она делается? Вроде вот так, если я помню, да.
пока что еще помню, как она делается. Замечательно. Это сюда. Тут. Сейчас. Тут печки, тут опять воронки, тут сундучок. Значит, да, вот этот... Ага, хреново. Значит, в тот сундучок мы не сможем заглядывать. Нужно тогда вот тут применить магию, ребят. Не, ну, вот так у нас будет лежать сундучок, потому что с этой стороны мы бы его просто-напросто не достали. Смотрите, я просто хотел его поставить на пол, потому что у нас тут маленький, у нас тут высота... Потолка только 4 блока, а нам нужно, смотрите, тут у нас будут печки на этом уровне, тут еще раз будет воронки на этом уровне, тут еще раз будут сундуки на этом уровне. А если бы я вот этот сундук поднял на один уровень выше, то верхний уровень бы у нас вот тут втыкался, не втыкался, а даже был бы вот на этом уровне, да, то есть вот это нам бы нужно было удалить, чтобы тут у нас был сундучок. А я не хочу, чтобы на так, куда наши блоки делись? А я не хочу, чтобы у нас на втором этаже с пола сундуки торчали. Кто такое вообще видел, да? Кто такое вообще видел? Поэтому будет у нас вот так в полу. А чтобы это выглядело как можно больше эстетично, то мы поставим вот так. То есть вот такой спустик. Спуск, да. Забрали и все. Вот тут, видите, где еще блоки? Нет, вот тут. Я потом это все заменю, потому что просто у меня напросто сейчас вот этих блоков нету. Дальше. Что мы ой, творим? Можно, в принципе, уже наушники и одеть, не имею понятия, зачем. Я же ничего сейчас такого не делаю, но все же что там у меня валяется. Так, что я хотел? Печки. Я хотел печки сделать. А у нас только 4 булыжника есть. Нам еще нужно хотя бы парочку булыжника. Я надеюсь, что у нас валяется лишний в сундучках. Может валяется лишний в сундучках, но, как вы видите, ни хрена там не валяется. Но хотя это не проблема. Мы же можем быстренько, опа, переместиться в горы и добыть себе столько, сколько нужно. А нам нужно, в принципе, не так уж и много. Нам нужно вроде 16 штучек, если я не ошибаюсь. Поэтому вот этого вполне хватит. Зашибон. Так. Быстренько на кухню. У нас уже 40 уровень, ребята, вы заметили? Это как-то много. Это дождь меня кумарит так, что с ума можно сойти. Он тут не прекращается нахрен сутками. Так, ладно, сейчас. А нам еще вроде больше печек нужно. Еще вроде на 2 штучки. Знаете что? Меня этот дождь бесит, ребята. В этой версии сделали так, чтобы дождь прошел, чтобы он больше не начинал идти какой-то промежуток времени. Нужно, чтобы он прошел сам по себе. То есть падал, потом прошел. Или чтобы ты поспал и чтобы он прошел. А если ты будешь его через команду выключать, то он и так будет начинать, точнее продолжать идти, да? Я не знаю, почему они так это сделали, кончено немного. Нам еще 16 штучек нужно, я просто забыл, что нам еще нужно будет сделать 2 печки. Так, это сюда, вот сюда, да. Ух ты, у нас уже голод, нужно что-то сейчас похавать, рыбку. Ребята, что вы больше в жизни любите, рыбу или мясо? То есть у нас есть сейчас на выбор, мясо или рыба. Ну, конечно, сырое мясо и жареная рыба, но представьте, что жареное мясо и жареная рыба. Что вам больше нравится? Мне намного мяса, ребята. Честно, я больше такой любитель мяса, чем рыбы. Хотя вот тут, где я живу, Харай меня спрашивает, где я живу, я еще расскажу, я живу в Португалии. Это не значит, как многие люди думают, ты живешь в Португалии, а как ты разговариваешь на русском? Ребята... Если я живу в Португалии, это не значит, что я португалец. Я живу в Португалии, потому что я сюда переехал с Украины. Я там жил раньше. А тут, мать вашу, люди помешаны на этой рыбе. Они на завтрак едят рыбу. Они на обед едят рыбу. Они на ужин едят рыбу. Они даже когда спят, когда им что-то снится, они даже во сне едят рыбу. Круглыми нафиг, мать его, сутками они едят эту рыбу. А знаете, что, в чем прикол? Они жарят эту рыбу на улице, да? То есть на вот этих мангалах, да, выносят мангалы на улице и жарят ее прям на этом. А тут такая вонючая рыба!
тут такая вонючая рыба, что хоть там чувак жарит на другом конце города какую-то рыбу на этом мангале, то я сижу где-то в туалете, и мне воняет этой рыбой с другого конца города. Ребята, я не знаю, как это описать, но тут реально такая, вот это вонизм такой стоит на пол города, когда кто-то там где-то жарит рыбу. Я бы их поубивал, честно. Ну как можно по три раза в день жрать эту рыбу? Я не представляю. Я, может, жру практически каждый день это мясо, да, то есть курицу и другое, там, свинину, говядину и все остальное. Рыбу я, может, ем там раз в пару недель, и то не с большим аппетитом, потому что, ну, я не знаю, как-то я от рыбы уже немного отвык. А тут ее жрут нафиг круглыми сутками. А вы, ребята, как больше, что любите, рыбу или мясо? Мне кажется, сейчас, наверное, разделятся так люди 50 на 50, но свое мнение, ребята, я вам сказал. Я больше люблю мясо, и вряд ли я буду любить. Хотя, может, когда-то и буду любить больше рыбу, чем мясо, но точно, что не сейчас. Но, в принципе, ладно, сейчас мы будем продолжать. Нам нужно вроде еще две ва-ва-ва. Конечно, нам нужно еще две ва-ва-ва. О чем вообще речь идет? Конечно, две ва-ва-ва нам еще, нам, в принципе, еще много раз будут нужны. Две вороночки. Так, это наверх будет, потом это вниз будет. Сейчас, смотрите, это наверх будет, это значит по бокам будет, да? Вот смотрите, что я делал. Ага, значит, нам еще два сундучка. Нет, нам еще... У нас не... Когда у нас будет хватать ресурсов? Ребята, когда у нас будет хватать всех ресурсов? Сейчас нам нужно еще сделать один... Еще четыре сундука. Вот это... Ян, да? И Ян. У меня так папу зовут. Ян. Я по отчеству Янович. Янович. Хрен. Мне кажется, вообще никто не знал, как меня по отчеству. Ребята, я вам сейчас... Я вам всемирную тайну раскрыл. Да. Меня... Но вы поняли, Янович, да, то есть Перец Эдуард Янович, все, и вот я вам раскрыл, потому что реально никто этого не знал, я, если честно, даже никто это не говорил, если бы сейчас вот этот тренер тут не стоял с этим именем и имьям, то я бы, если честно, даже никогда вот это и не сказал. Вот ты тренер вот этот, все-таки раскрыл информацию, пытал, потом надавил на такую точку и я раскрылся. И выдал ему секретную информацию. Так, ну, есть у нас все-таки тут немного деревца, которое нам реально сейчас очень сильно пригодится. Так, это сюда. Сколько нам? Нам 4 сундучка, это сейчас 2, 4, сейчас 2, 4. Нам еще 4 сундучка нужно. Это значит, что 32, да? Ну, сказал 32, сделал 36. Ну, Эдисон, что вы хотите? Дальше. 1, 2, 3, 4, да, вроде да, замечательно, дальше, 1, 2, 3, 4, дальше, да, хватит у нас, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, а что вы думали, что я до 4 не умею считать, ха-ха, вот, убедились, что умею, дальше, это забираем, так, это сюда, это вот сюда, это сюда, ага, ну, Ясно, понятно. Так. Взбираемся. Вот как это нужно. Нужно, чтобы воронка смотрела в печку, а не чтобы воронка смотрела в стену, да? Куда она там будет отправлять свои ресурсы? В стену. Дальше. Вот наши сундучки. Сундучок идет сюда, и сундучок идет сюда. Зашибись. Фу, сейчас еще две воронки у нас есть, да, не зря же я их делал. Одна воронка втыкается в эту печку, одна воронка втыкается в эту печку, да, круто. Сейчас сундучки тоже не зря же я делал, вот сюда один сундучок вот тут, один сундучок вот тут. Наша плавильня готова. Сейчас я расскажу, как она работает, только дайте-ка я быстренько пойду на второй этаж. Сейчас я быстренько туда пойду, и я покажу, ребята, как она работает. Да, в принципе, многие знают, как вот это, плавильни вот это все работают. Ну, ладно, то есть, может, кто-то все-таки не знает. Посмотрим. Не все же должны знать, да, не все же все могут знать. У нас же тут была одна печка, я другие делал. Ну, твою нафиг. Ладно, смотрите. Во-первых, давайте поставим сюда немного угля.
и вот сюда немного угля, да. Сюда мы ставим стак угля, вот видите, он уже переходит в эту печку, видите, тут заполняется. То есть с этих двух сундучков мы будем тут хранить уголь. Потому что если когда-то в наших печках закончится уголь, то с этих сундуков он автоматически поступит в печки и заполнит их, да, чтобы там никогда уголь не кончался. Вот так. В принципе, даже вот так еще можно еще один стак поставить, чтобы вообще наперед было. Еще один стак поставить. И уголь находится вот тут, если тут кончается, то отсюда опять сюда приходит, и в печках всегда, можно сказать, хватает угля. Дальше. Вот я тупо вот ты нафиг, вот ты нафиг. Ох, ладно, все же и так нам придется вот это сделать, значит... А тут можно, я не знаю, может тут какой-то наверху... Я не знаю, что тут можно сделать, чтобы вот это запиндюрить, да? Я не знаю, что бы тут сделать. Ну, пока что... Ладно, пока что давайте просто вот так сделаем. Вот так, чтобы не было видно. Все же, если сундук, то значит... Сейчас. А все-таки может, ребята, а ну смотрите, если все-таки оно будет, и... а нет, тогда мы это не сможем увидеть. Ну, пускай пока что будет так, потом разберемся. Так, смотри, тут мы открываем сундучок, ставим сюда все, что нам нужно пережарить. В данный момент все, что нам нужно пережарить, это только вот эту еду, больше не и вот это железо, и все. Отсюда, вот отсюда. Ага, вот смотри, куда это она упала. А я думаю, куда это делось. Вот отсюда, сюда, в этот верхний ящик, в верхние сундучки мы складываем все, что нам нужно. Отсюда это поступает вот сюда. Отсюда это поступает в печки, где уже полно угля. И когда вот это все пережаривается, оно поступает вот сюда, и потом в это, и все, что пережарилось, оно поступает сюда. То есть это такая простенькая схема, да, сюда ставишь все, что нужно пережарить, отсюда забираешь все, что уже пережарилось. Поэтому, ребята, это очень простенькая схема. И хорошо, что мы это сделали. Сколько мы это сделали? Ну, в принципе, много времени вот это заняло, но все же, ребята, как я уже сказал на начале серии... На начале серии то, что иногда нужно разбавить серии, да, не всегда же там ловить, охотиться, искать покемонов, иногда, в принципе, можно сделать такую, ну, разгрузочный день, да, то, как это, не знаю, у меня иногда родители говорят, что, когда я спрашиваю, да, там у своей мамы, мам, ну, когда уже жрать будем, да, когда уже ужин, а она, типа, всегда там шутит, сегодня не жрем, сегодня разгрузочный день, да, что, мол, на диете, да, не знаю, может, у меня только в одного так шутят, но все же, так, в принципе, вот это полстака можно... Вот так даже можно забрать. 16 штучек мы все-таки оставим, если мы потом будем когда-то делать фермы или вот это все посадки, плантации, да, то 16 картофана нам все-таки пригодится. И мы потом с него что-то забабахаем и будем картофанчик жрать. И вот тут у нас еще алюминий есть, который тоже можно пережарить. А, ну тут еще есть морковка, но морковку пережаривать не нужно. Вот это нужно пережарить еще. Вот априконы, это тоже крутая штучка, потому что мы их тоже будем пережаривать. Да, давайте, в принципе, уже вот это сразу заберем, вот эти черные, да. Еще бы желтые, но желтых я не вижу, ну или, как всегда, я немного слепошарить. О, вот еще рыбочка у нас тут есть, которую можно пережарить. Ну и вроде пока что все, вроде пока что все. У нас, кстати, один фосил есть, ребят. Вы помните, что мы в первой серии 6 сезона мы добыли фосил, мы его нашли. Это прям офигеть. Чтобы... И самое главное, мы его нашли не в океане, там, где на дне много фосила, а в обычной нормальной шахте мы его нашли. Так, сейчас. Вот. Забабахал себе кофеечек и забыл, что он у меня тут на столе стоит. Так, давайте быстренько мы пойдем вот это все... Поставим, это нужно. И вот это нужно. Зашибон.
Вот видите, это все пока что топает туда потихонечку. Круто, ребята, круто. Но я сказал, что это такой небольшой разгрузочный день, где мы не охотимся за покемонами, где мы не делаем еще что-то, а просто-напросто делаем дела, которые нам нужно сделать, да? Тут у нас закрыто на ключ, закрыты двери. Болов у нас пока что еще нету. Болы я, наверное, все-таки, ребята, сделаю вне серии. Зимний биом. Болы я все-таки сделаю, наверное, вне серии. А сейчас, когда у нас еще тут осталось немного так времени, да, до конца серии, у меня опять вот это, фигатень, вот это. Так, где вот это, вот. Так, все тут нормально, F. А что там еще на F у меня находится? F. Вот это F. Вот, Ноктаула. Ну, хотя, Риолу. Ребята, Риолу нужно качать, но чтобы ее прокачать, нужно, чтобы мы погуляли немного с Риолу. Риолу, будешь с нами гулять? Конечно будешь, куда ты, мать твою, денешься, да? Сейчас она с нами немного погуляет, наберется счастья будет. Счастливенькая Риолу будет очень сильно. И когда у нее будет, там, сколько у нее сейчас счастья? У нее 216, это уже до хрена, чтобы эволюционировать Риолу в лук. А где ты, зараза? Ребят, мы Риолу потеряли! Нет! Нет! А, не, вот она. Я думаю, куда-то пропала. Есть ли тут какие-то басяндры? Нет, нету. Чтобы эволюционировать Риолу в Лукарио, нужно, чтобы у него... Ну, будем называть Риолу он, да? Потому что, по сути, сейчас он мужского пола, да? У нас есть Риолу, и он мальчик. Пацан! Чё тут вообще говорить? Он пацан! И у нас только одна баба в команде. Женщина. Девушка. Не хочу никого обидеть, не баба. Девушка. Милая, красивая девушка. Так, ладно. Ой, что-то у меня нога зачесалась. Так. А, что? Да захренач ты его уже. Слепошары и косой, который не может попасть по 29 уровню. Флаффи. Опа. Ага, Риолу пропадает, когда мы вступаем в бой с другим покемоном. Понятно. Понятно. Мне просто интересно, какие тут натуры. Натуры, в принципе, да. Натуры в обычном одиночном... В одиночке, в принципе, не играют никакой роли. Потому что, ну, какой смысл, если мы будем убивать покемона с одного удара, или если мы будем убивать покемона с полудара. Одно и то же. Поэтому... Большой роли это не играет. На сервере это, конечно, большая роль, потому что на сервере плюс один к атаке это играет большую роль, да? И если у тебя там плюс один к скорости атаки, значит ты уже быстрее ударишь противника, чем он тебя, да, если у тебя больше. Ну и там может, да, играет большую роль, но, ребят, я не вижу смысла искать. Мы и так сейчас играем без покерадара. Мы и так сейчас играем без покерадара, и, в принципе, нам немного сложновато, потому что мы уже привыкли к покерадару. А если мы сейчас еще будем ловить не всех покемонов, а только с нужными натурами, то это вообще жопяндра будет. Какая? И в какой серии мы вообще... твою мать! И какой серии мы вообще закончим сезон, если мы будем еще ловить покемонов только тех, у которых нужная нам натура? Это бред, если честно. Вот тут прям Сало. Ух ты, ребята, у нас уже 35 уровень Манферна. Чувствует моя жопа, что сейчас у кого-то эволюция будет. Ух, ну, будет, если он, конечно, не сдохнет, да? Сейчас, ну, то есть, подождите еще немного, еще не сейчас, не прям сейчас. Вас тут такая нафиг куча. Что прям куча-куча, но нету ни одного босса. Паскуды. Я хочу босса, ребята, дайте мне босса. Я хочу босса очень сильно. Я хочу босса очень сильно. И он почему-то не спамится. Он почему-то не спамится и не спада. Бегай ты нафиг, заглючила клавиша, или что это? Магнемайтов можно пинать даже очень сильно, потому что с магнемайтов выпадает... Алюминий выпадает, смотрите, с этого магнемайта выпал один редстоун, один алюминий, один глоустоун и два железа. Это для очень таких ленивых задниц, которым просто-напросто лень идти
в шахту, они приходят сюда и просто-напросто охотятся на магнемайтов. Это будет долгая, долгая история, если мы Манферна сейчас будем пинать сало, да? Поэтому давайте мы быстренько выберем Ноктавла и The Close Combat. Эволюция, эволюция, это круто. Ну что, Инфернейп, добро пожаловать в нашу семью. А, как бы Инфернейпа назвать? У нас есть Лололошка, у нас есть Ивангай, у нас есть Фрост. Но все-таки, наверное, я сделаю так, как вы мне сказали, то, что мужской пол я буду называть летсплейщиков пацана, ну, пацанов летсплейщиков, а женский пол я, наверное, буду называть девушками-летсплейщиками, не бабами-летсплейщиками, не смейте так называть, баба-летсплейщики это не баба-летсплейщики, это девушки-летсплейщики. Да нажмись ты. И поэтому, ребята, Ноктоул, хоть он почему-то для меня такая ассоциация, что Ноктоул почему-то мальчик, даже если у него там... Ну, я не знаю, может он выглядит где-то девушкой. Я не знаю, это мы сможем посмотреть, выглядит ли он девушкой или нет. Все-таки это девушка, ребята. Это девушка. Знаете почему? Потому что у него там ничего не торчит. Ничего не торчит. Значит, это девушка, ребята. Ах, а Манферна это же пацан. Вы не верите? Ну, идите сюда. Идите сюда. Смотрите. У него торчит. Только не с той стороны, с какой нужно. Смотрите, какой он длинный. Уйди, уйди. Уйди, пошлый, пошлый, не хотим смотреть, не хотим смотреть. Ну ладно, ребята, в принципе, Манферна это круто, он почему-то... Ой, не хотим, не хотим, не хотим, пошлый, пошлый, такой торчит там. 36 уровень, круто, мы прокачали Манферна в Инфернейпа. Зашибон, если честно. Потому что... Ой, стоять. Магнемайтушка, магнемайтушка. Это для ленивых задниц, которым... Так, боссов нету. Которым сложно пойти в шахту, и они... Да, твою... И они убивают магнемайтов, чтобы добыть себе алюминий, чтобы добыть себе редстоун, чтобы добыть себе глоустоун, чтобы добыть себе железо. Босики, босики, карабосики, почему вас нигде нету? Мы встретили единственного босса, это вроде было во второй серии. Это был вроде красненький Вульпикс. Но тогда мы его не смогли убить, потому что тогда у нас был единственный покемон, и это тогда был Гротл вроде, да, ну, отравяной покемон против 50 уровня босса, ну, еще плюс тому и огненного, вряд ли мы смогли бы что-то сделать. Если бы мы выбрали водного покемона, и он бы был там какой-то 20 уровень, например, там тот же Маткип или Пиплоп, ну, может, мы как-то бы его и смогли убить, потому что водный против огненного, да? Но травяным покемоном мы его никак не смогли убить. Мы его никак не смогли убить. Фух, ребята, я надеюсь, в этой серии я не пропустил ни единственного болла, который находился где-то на земле, чтобы на меня потом не кричали, мол, Эдисон слепой, а вы меня так оскорбляете, вы мне так душу задеваете, когда вот мне Эдисон слепой, не надо так. Ой, аж слезы потекли. Не надо так со мной, ребята, пожалуйста. Не нужно такое говорить, Эдисон слепой. Не надо, пожалуйста. И то, что когда я пропускаю болы, то мне говорят, что, мол, Эдисон слепой, я не могу, это не могу. Ну ладно, успокойся, Эдисон. То, в принципе, ну ладно, не заметил. Ну с кем не бывает, но все же, то есть. Спасибо хотя бы, что мне там указываете на мои ошибки, что, мол, там на такой-то минуте, на такой-то секунде ты там пропустил покебол, который валялся на земле. В принципе, даже мне некоторые говорят, что, Эдисон, ты там пропустил красного босса, или, например, что ты там пропустил... Шайни где-то там валялся. Я такой, да, где он валялся? Если бы я босса нашел, то, мне кажется, я бы его 100% не пропустил. Но, то есть, тоже все может быть, потому что, может, я вот так бегаю, где-то сзади меня тут заспавнился босс, я не увидел, а кто-то с вас увидел. Поэтому, ой, стой, вот, видите? Вот это я не пропустил, вот это я не пропустил. Так, выключим шейдеры, потому что ночью шейдерами ни черта не видно. Я выключил. Вот сейчас выключил.
заметил, ребята, какой я слепой, если я даже заметил не... Ребята, вы видите, какие у меня суперспособности? Я заметил невидимый предмет, ребята. Какой я слепой, если я вижу невидимые предметы? Так, а вот это фиг... Нет, у меня это фиг... Я установил еще один мод, но что-то на вот эту версию нафиг 1.8, на эту версию Майнкрафта ни черта не работает. Честное слово, не единственный мод. Вейнмайр, вот это сюда нужно. На эту версию ни хрена не работает. Честно, ребята, пионерские. У тебя не пенсионер. У тебя не пионер. Пионер. Ну, короче, реально на эту версию... Да почему так темно нафиг? Вот почему так темно. Ага, а я думаю, что ни хрена себе, какая-то темнота нас настигла. Это я в настройках не включил, чтобы светло было. Поэтому, ребята, я уже забыл, о чем я говорил. Вашу мать. Пока я вам что-то там объяснял, я уже забыл, о чем вообще шла речь. О чем я говорил? Ладно, забудем. А то сейчас буду еще сидеть и полчаса вспоминать, о чем я говорил. Так, ладно. Вот. О версии, то что на версии 1.8, вот эта версия пиксельмона, я не могу найти нормальных модов, которые работают. Я уже переустанавливал кучу вот этих Morfurnace, да, что на лучшие вот эти печки, если бы у меня был мод на лучшие печки, и если бы мы их смогли создать, то, если честно, то, ну... Я бы даже не делал вот эту плавильню, потому что вот эти печки, которые улучшены, в принципе, нам бы хватило вот так выше крыши. Но, к сожалению, переустанавливал вот этих модов, я почему-то не нашел мода, который бы работал. Поэтому я и не установил. Также на тот Not Enough Items, который я тоже много раз устанавливал, но он почему-то не работал. Да, я там вспомогательные моды устанавливал и другие, но не работает, ребята. Да, вы мне можете поскидывать ссылочки, что ссылочка на этот мод, заходи, скачивай. Но я, когда захожу, я скачиваю, не работает, ребята. А не надо мне говорить, что вот Эдисон, ты дебил, ты неправильно устанавливаешь, потому что, ребят, я знаю, как сборки делать, я знаю, как моды устанавливать. Не зря же вы у меня каждый день спрашиваете, а когда же будет сборочка этого сезона, это значит, что, ну... Кто-то из вас не имеет понятия, как устанавливать моды. А я, ребята, может и знаю, но иногда моды реально просто-напросто не работают. Так же, как и я сейчас установил мод Craft Guide с предыдущего сезона, да, когда ты нажимаешь на какую-то там кнопочку, и появляется у тебя такая книжечка, и там показано, как крафтится нужный тебе предмет, если ты найдешь, да, ну... То есть заменитель вот этого Too Many Items, да, может и так выразиться. Ох, он сейчас запинает нас. Но тоже не работает, тоже он сейчас почему-то не установился, мать его. Ладно, ребята, знаете что, мы уже... Ух ты, нет, чупучи-пучи, полчасовая серия, опять, ребята, опять полчасовая серия. Если вы рады, то запиндольте... Только я такие слова могу выдумать сходу, запиндольте, пожалуйста, лайк, ребята, потому что мы уже будем на этом заканчивать. Набираем 800 лайков, сразу же выходит новая серия Пиксельмона, или не сразу же, потому что, ну, в день может выходить до 2-3 видео, я иногда реально просто-напросто не имею сил. Значит, на следующий день выходит новая серия Пиксельмона. Если вы хотите серию Пиксельмона каждый день, и плюс к тому серии Пиксельмона еще другие видео, то, ребята, просто-напросто поставьте лайк, набираем 800 лайков, сразу же выходит новая серия. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, я, наверное, один из немногих ютуберов, в принципе, наверное, может, как вы знаете, кто отвечает на комментарии своих подписчиков. Если я вижу какой-то нормальный, адекватный комментарий или вопрос, который вы задали, я его читаю, я на него пытаюсь ответить. Если не верите, ну, посмотрите в комментариях и увидите, что я действительно там отвечаю. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, или вы хотите что-то у меня спросить, или просто-напросто написать какой-то комментарий, все, что, ребят, от вас требуется, это просто-напросто оставить его. Я его прочитаю и также на него отвечу. Вступайте в нашу банду крутых персов, все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому вступайте, подписывайтесь, я буду этому очень сильно рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.